Мурманских детей приглашают встать на лыжи. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 3 объявляет набор в группы по лыжным гонкам и биатлону. Попасть в команду заслуженных тренеров России смогут ребята, которые сдадут вступительные испытания. Родителям необходимо заполнить заявление и подготовить пакет документов. Подробности в следующем сюжете. Биатлон и лыжные гонки – визитная карточка нашего региона. С этим спортом связан целый пласт истории Мурманска. Жители области не раз становились частью российской сборной и даже участвовали в Олимпийских играх. Сейчас женскую сборную России по биатлону привлекается Анастасия Егорова, мурманчанка, которая тоже здесь постигала азы мастерства. В преддверии нового учебного года многие родители задаются вопросом, в какую секцию отдать свое чадо. Именно лыжный спорт может послужить отличной альтернативой компьютерным играм и сидячему образу жизни ребенка. Третья спортивная школа Олимпийского резерва приглашает всех юных жителей заполярной столицы приобщиться к этому популярному направлению. Лыжные гонки, биатлон – это базовые виды спорта. Пристальное внимание уделяется на развитие лыжных гонок и биатлону. Поэтому мы ждем всех желающих записаться к нам в спортивную школу, приглашаем. Тренера у нас очень хорошие, два заслуженных тренера России по биатлону. И у нас вот есть такие места, и потом мы, может быть, будем еще и добирать детей. В этом году в школе выделено 68 бюджетных мест. Но для того, чтобы туда попасть, ребенку необходимо будет пройти вступительные испытания и сдать нормативы. Среди них бег на 30 метров, прыжки в длину с места, подъем туловища в положении лежа и подтягивание на перекладине для мальчиков и разгибание рук в упоре лежа для девочек. Записать своего ребенка в секцию и узнать всю подробную информацию можно в спортивной школе в рабочие дни по адресу молодежный проезд 13 или по телефону, указанному на экране.